Приветствую вас, друзья! Меня зовут Елена. Мы продолжаем наши онлайн-прогулки по Хельсинки. И сегодня я бы хотела предложить вам такую важную и интересную тему – городские рынки. Добро пожаловать! Утро на старой торговой площади Ванхакаупатори. Торговля здесь ведется уже с начала 1800-х годов. Первый рынок, в который мы с вами заглянем, Ванхакаупахалли. Именно на этом рынке есть кафе «Стори», где готовят очень вкусный рыбный суп «Лохи Кейто». Рынок Ванхакаупахалли любят не только туристы, но и сами жители Хельсинки. Прийти сюда на ланч или за продуктами – это настоящая городская традиция. А посмотрите, какие красивые старинные фотографии украшают стены рынка. Здесь можно найти и необычные сувениры, открытки, например, как вот здесь в кафе Coffee Roberts, где многие любят остановиться на булочку с корицей и кофе. Ну а по соседству можно приобрести колбасы, салями и прочую мясную продукцию отличного качества или продегустировать. Прилавок The Three Butchers находится здесь уже много-много лет. Ну а рядом сыры и знаменитый Лейпа Юсто. Его едят традиционно с морошковым вареньем. Существует одна забавная традиция – пить кофе с пощечиной. Вы слышали о таком? Булочка с корицей корва пусти переводится как «за трещину» дословно. Вот и получается кофе с пощечиной. Так уж исторически сложилось, что на рынках Хельсинки всегда принято дегустировать блюда. Вот и я не удержалась. Кажется, здесь на рынке можно встретить людей из самых разных стран. Вот, пожалуйста, итальянское мороженое. А вот сувениры и книги о Хельсинки. Лёйлю в переводе с финского означает пар. Это название одноименное название сауны, которая находится на Эйренранта Лёйлю. И вот здесь в книге тоже про пар. Всегда яркие и красивые рыбные прилавки. Так и хочется попробовать все. Но начать можно с бутербродов. А вот и они. Целые ряды мясных консервов. Лось, медведь, олень. Все можно увезти с собой в качестве сувенира. А это варенье с морожкой. И, конечно же, лакрица. Мы не могли обойти стороной эту тему. Финны очень любят лакрицу. Есть мороженое, зубная паста со вкусом лакрицы. Даже чай. Здесь, на рынке, можно попробовать самые разные сочетания. Например, вот такое. А наше путешествие по рынкам Хельсинки продолжается, и мы знакомимся с новым рынком, который называется Хаканьемен Каупахалли. Этот рынок был открыт в 1914 году. Сейчас старое здание находится в реставрации, и продавцы переехали в новый удобный павильон. А вот как раз и он. Здесь много вкусной рыбной продукции, выпечки, овощей. А это любимое многими кафе «Попкрокен». Говорят, здесь очень вкусный рыбный суп. Тот же самый «Лохи Кейто», но в немного авторской манере от их повара. Ну
На рынке Хаканьеми Каупахалли можно встретить продавцов из самых разных стран мира, которые угощают своей национальной продукцией. Греция, Франция, различные деликатесы и вкусные продукты из Франции, сладости, ну а это очень интересный стенд, который называется Old and New, старое и новое, и здесь можно найти уникальные чашки с изображениями героев из книги Тувы Янсен про мумий-троллей. И есть чашки, которые стоят больше 100 евро, потому что это уже коллекционная продукция. Но давайте вернемся к теме еды. Пирог с ревенем и с черникой, многочисленные бутерброды с креветками, с рыбой, а вот и знаменитый карельский пирожок с яйцом, очень вкусно. Ну а теперь мы с вами оказались на третьем рынке сегодняшней нашей истории. Хиеталахтен Каупахалли. 1903 года постройки. Это здание в наши дни служит как ресторанный двор. Здесь уже не продают продукты практически, а больше коллекционируют рестораны и кухни из самых разных стран мира. Давайте заглянем вовнутрь, и сейчас как раз время ланча. Вы знаете, ланч в Хельсинки начинается уже с 11 утра. Поэтому, если вы придете в этот рынок в это время, то есть риск не найти свободного столика. Сейчас столики еще есть. Вот португальское кафе, а это суповой ресторан. А вот название всех кафе, которые здесь есть. Еще один герой сегодняшнего сюжета – Тео Растамо. Тео Растамо – это бывшая скотобойня. Она открылась в 1932 году. А теперь здесь находится Helsinki Distillery, знаменитая дистиллерия, и небольшой бар со старинным трамваем, в котором обычно собирается много людей. Но сейчас еще раннее утро, и никого почти нет. Здесь есть сцена для летних концертов. Мороженое из Италии Яделино. Знаменитое кафе. Многочисленные рестораны и кафе, где собираются всегда много народу. В интерьерах современных пространств Тео Растамо часто можно увидеть вот такие ретро-снимки о том, что происходило здесь раньше. Как вы видите, люди приходят, время ланча, все террасы заняты. Здесь же, в Тео Растамо, есть одно очень интересное место, которое мне хочется вам показать. Это рыбный рынок Туккуторин Кала. Он совсем маленький, давайте заглянем вовнутрь. Открываем дверь и видим большую деревянную лодку, на которой сервируют ланч. Здесь есть рыба, креветки, разные морские гады. На этот рынок часто приходят даже повара ресторанов. Запоминайте адрес
и обязательно загляните сюда. Здесь очень красиво и атмосферно.